Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. 8 июня в дежурную часть с заявлением обратилась 47-летняя жительница Махачкалы. Она сообщила, что неизвестный совершил в отношении ее несовершеннолетнего сына насильственные действия сексуального характера. В настоящее время собран материал. Данный материал направлен в Следственный комитет для проведения дальнейших следственных действий. За несколько часов сотрудники уголовного розыска установили и задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 40-летний житель Махачкалы. В содеянном он сознался. Расскажите, как это произошло, обстоятельства? Мы сидели друга выпивали, я вышел покурить, за мной следом вышел племянник. Я попросил к ним пойти к нему, домой, да. Вот, он был дома, во дворе. Я докурил, зашел обратно туда, допил пиво. Потом опять на вышел, ну и пошел с ним туда, к нему домой. И там я совершил это действие сексуального характера. А вы знали, сколько лет ребенку вообще? Примерно, да. Сколько ему лет? 9-10, сколько там. Он, получается, племянник вашего друга, да? Да. Ну, а вы, у вас вообще дети есть свои? Нет. А племянники? Есть. Ну, а как вы такое могли совершить? Я не знаю, сам. Что на вас нашло? Я ничего не могу объяснить. Вот это я точно не могу объяснить. Это я уже точно не объясню вам, что на меня нашел тогда. Вы раскаиваетесь? Да, конечно.